Вот в ноябре был бы день рождения, да, в общем, не остается, очень замечательного человека, генерала, инженера, художника, барда, Виктора Павловича Куценко. И вот он был в Афганистане очень долго, больше 2 лет. Он был советником начальника инженерных войск армии Афганистана. То есть он что там делал? Он там взрывал, разминировал, минировал, строил. И все это среди афганцев. И он их еще рисовал. И иногда мы с ним спорили. И он, в общем-то, говорил, что в каком-то смысле афганский солдат, если к нему правильно подойти, он ничуть не хуже там славянского русского солдата. Вот, он меня как-то научил по-новому глядеть на Афганистан. Вот песня в его память. Вновь над Кабулом восходит звезда, хлопает в модуле дверца. Как я могу не вернуться туда, где похоронено сердце? Крик муэдзинов и мат часовых четки стучат, словно пули. Я на Руси еще числюсь в живых, сердце осталось в Кабуле. Бур-бур-хай, шурави, иншаля, девушка мне говорила. Два наших сердца навек приняла в Дар-уль-Амане могила. Пусть над Кабулом с горы Асмаи в небо палят иноверцы. Вы победили, родные мои, я схоронил свое сердце. Вновь над Кабулом восходит звезда, хлопает в модуле дверца. Как я могу не вернуться туда, где похоронено сердце? Кстати, вот от тех ребят, которые там воевали и потом ездили туда на разных уровнях, вплоть до правительственного, я могу четко сказать, передавая их слова, нас там ждут. Причем ждут даже те, кто против нас воевали, потому что американцы им очень не понравились. А нас они вспоминают, извините, с любовью. И нам туда опять придется. Ну, не нам, нашим сыновьям, но придется.